Будем сегодня воевать на участке, который не обрабатывался много лет. Значит, какие-то вещи, ну, в частности, спил растительности, заказчики сделали самостоятельно, но на этом силы не безграничны. Поэтому будет заниматься техника наша. Скоро здесь будет красота. На объект мы привезли 4 наших помощника. Ну, 2 вот здесь, сейчас на видео. 2 еще в резерве стоят. Начинаем воевать. Двухдневная битва за эстетику участка закончилась победой.